Привет, меня зовут Катя Лейф, и у меня появился енот, игрушечный на минуточку. Сделала я его сама из искусственного меха. Голову можно поворачивать, можно наклонять в разные стороны, потому что внутри проходит пластиковый скелет. Ушки армированы, можно менять положение, как вам хочется. У этого енота можно открывать пасть и закрывать тоже. Можно. А еще у него клевые прям подушечки на лапках, они силиконовые. Вот так они с этой стороны выглядят. И пальчики при желании можно сгибать, потому что они армированы. Все лапки сгибаются в суставах. Здесь, в запястье, в плече тоже. Можно вот прям как обезьянку его сделать. Нижние тоже сгибаются и тоже клевые силиконовые лапки. Хвост енотовидный, в полосочку, все как у настоящих енотов. Ну и, конечно же, у него есть усы. Вот такой персонаж этой истории получился. Подписывайтесь.